цепь из чистого золота, 585-й пробы, с замечательным замком карабиновым, надежным, прочным, удобным. Ну и, конечно, плетение у нас в данном случае двойной ромб идеально подойдет абсолютно всем. Я хочу сразу сказать о том, что такие украшения являются базовыми. Ну а если это золото, то это значит, что украшение универсальное. Звоните уже прямо сейчас, мы хотим вас от души порадовать роскошным украшением из чистого золота. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в магазинах золотые цепи стоят очень-очень дорого. Поэтому сейчас уже торопитесь. И звоните нам, размерный ряд от 40 сантиметров до 60. Ох, золота много не бывает. Торопитесь, потому что многие хотят носить золото, но не могут себе позволить. В магазине золотые цепи идут от, допустим, 15-20 тысяч рублей, все в зависимости от плетения, от его качества. Ну и, конечно, качество золота. Наше любимое качество золотых украшений, 585-я проба, именно из нее выполнена наша цепь. В данном случае я соединяю нашу цепь, конечно, и с подвеской. Подвеска уникальная. Это драгоценная вера, крест, который может стать как статусным украшением, так и наполнится православной верой, если вы отнесете в храм и осветите. О, Боже мой, роскошное украшение, великолепное. В данном случае, конечно, я влюблена и в этот крест, и в эту цепь. Они неразрывно друг с другом соединены. Ну а если вы давным-давно мечтали сделать себе подарок или, допустим, близкому, родному человеку, например, своему мужу, своей мамочке, любимой подруге, сестре, скоро дни рождения, может быть, вас ожидают какие-то важные встречи, праздники, свадьбы, юбилеи. Каждый праздник обязательно требует особых трат и особых вложений, конечно, уникальных подарков. Гораздо приятнее дарить подарки, которые будут цениться в течение всей жизни. Золото не надо снимать, оно будет всегда рядом с вами. Это вечный металл солнца. Не зря египтяне всегда говорили о золоте так, что это пролившийся солнечный дождь. С неба, который потом появился в образе золота, и человек, собирая золото, как бы соединяется с этой солнечной энергией, солнечным источником самой жизни. Ведь солнце дарит нам жизнь, дарит нам веру в себя, силы, красоту, саму жизнь. Мне подсказывают из колл-центра, что самые любимые длины, такие как 50 сантиметров, 55, разбираются в кратчайшие сроки. И именно на них надо сделать упор, потому что многие наши любимые телезрители именно хотят приобрести именно эти длины. Поэтому торопитесь и приобретайте. Радуйте себя, своих близких, своих деток. Ведь длина 40 сантиметров, она идеально подходит для наших детей. Это значит, что мы можем приобрести универсальную цепь для всей семьи. Тем более двойной ромб это плетение я люблю за то, что оно не только красивое, не только универсальное, потому что подходит как мужчинам, так и женщинам, как детям, так и взрослым. Ну и, конечно, оно еще и очень надежное. Приятно еще то, что она идет, наша цепь уже с бесплатной доставкой. Нам не нужно будет дополнять. Боже мой, ну а с нашим крестом? Ах, с бриллиантами! Сколько же здесь у нас бриллиантов? 28 бриллиантов! Особенно хочу сказать вам секрет. 57 грань. Это фантастика. Почувствуйте себя королевой. В таком украшении не нужно больше слов, не нужно больше ничего. Достаточно надеть эту цепь с подвеской и все. Вы на высоте. Тем более такие украшения приобретаются на всю жизнь. И вы со мной согласитесь. Потому что каждое из этих украшений и цепь, и наша прекрасная подвеска, символ веры, конечно, сила веры, они выполнены из золотого металла. Металла, который хранит в себе энергию солнца, является энергией, так скажем, силой металла, который будет цениться в течение всей жизни. Это инвестиция на всю вашу жизнь. Нет слов, одно, я могу сказать одно главное, я хочу сказать о том, что такие украшения должны быть с вами, они должны быть всегда рядом с вами. И цена снижена в
три раза ниже, чем та цена, которую вы встретите в магазине, которая может появиться завтра на нашем телеканале. Идеальное дополнение абсолютно к любому образу, начиная от роскошного, доходя до повседневного. Каждый день носить бриллианты, боже, это восторг, это фантастика, изумительный блеск. Ну и, конечно, цепь, которая является надежной, прочной, удобной, комфортной. Она не будет цеплять, я ее проверяла.